Новая неделя в городском округе Люберцы началась с заседания оперативного штаба в администрации. Руководители управления ведомств рассказали о проделанной работе за отчетный период. Встреча прошла в дистанционном режиме. Около 2000 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. По 26 заявлениям возбуждены уголовные дела. 18 преступлений стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Погода, конечно, хорошая, очень много бытовых скандалов на прудах, на речках, во дворах. То есть в ночное время поступает от 80 выездов, осуществляют сотрудники участковой службы, патрульно-постовой, то есть с 22 до 6 утра. Вместе с тем сотрудники полиции продолжают нести усиленную службу из-за ситуации с коронавирусом. В режиме нон-стоп трудятся и пожарные. За неделю они осуществили 50 выездов по сигналу тревоги. 25 числа совместно с полицией, участковой избирательной комиссией будем обеспечивать безопасность проведения голосования. Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах продолжается в том же режиме. Ежедневно сотрудники управляющих компаний обрабатывают подъезды хлора и спиртосодержащими растворами. Работу на каждом объекте фиксируют в мобильном приложении, которое контролирует Главное управление госжилинспекции. Обрабатываются первые этажи подъездов, полы, дверные оконные ручки, почтовые ящики, панели дымоходов, кодовые замки, перила лестничных маршев и вентиляционные решетки. В лифтах обрабатываются напольные покрытия, панели управления лифтов и в лифтах тоже вентиляционные решетки. Обработка дезинфицирующими средствами проводится также на спортивных и детских игровых площадках. За этой работой следят сотрудники управления благоустройства. Кроме того, в зоне их ответственности вывоз мусора с несанкционированных свалок, опиловка аварийных деревьев, покос травы и ямочный ремонт на придомовых территориях. За прошедшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 96 единиц спецтехники, задействовано 998 человек. Доклады о проведенной работе зачитали также сотрудники управления дорожного хозяйства. На минувшей неделе в городском округе устранили ямы общей площадью 536 квадратных метров. По плану идет ремонт муниципальных дорог. Луиза Егязырян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.